С октября в нашей столице стартует проект «Эко-такси». Как вы можете видеть, вот такие экологические электрические машины будут обслуживать наших горожан. Во всем мире множество автовладельцев пересаживаются с автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на электромобили. Об этом рассказал директор компании, которая предоставила данные электромобили для проекта «Муниципальное эко-такси». По его словам, причина такой тенденции в том, что электромобили наносят меньше вреда экологии, а их заправка обходится дешевле, чем машины на бензине. Это комплексный подход по развитию экотранспорта города Бишкек. Она дает свои основные преимущества. Это, во-первых, она влияет на цену поездки по городу. Во-вторых, это экологичность. То есть не наносят вред окружающей среде, экологии города Бишкек. В-третьих, каждая совершенная поездка на этом такси в онлайн-режиме передается фискальный чек в налоговые органы. ГНС, Государственную налоговую службу. Горожане, которые будут пользоваться муниципальным эко-такси, будут не только принимать участие в сохранении экологии столицы, но и станут значительно экономить на поездке в такси. Передвижение на муниципальном эко-такси будет выгоднее из-за того, что автомобили заправляются электричеством, которое дешевле, чем ГЦМ. У обычного автомобиля с ДВС более 10 тысяч деталей. А у электромобиля где-то около 1600-1800 деталей электромобиля. Это о чем говорит? О том, что эксплуатация и ремонт, это она намного выгоднее получается. Это во-первых. Во-вторых, электроэнергия, она более выгоднее, чем на данный момент вот, дистопливо. Вот. Поэтому и плюс новые машины, она выше 2020 года. Также передвижение на таком эко-такси будет быстрее, чем на других. Так, для муниципального эко-такси доступна езда по выделенной полосе для общественного транспорта, или же так называемой желтой полосе. Это удобно, это экологически чисто. И здесь два вопроса решаются. Проблемы с пробкой, во-вторых, это экология, вопрос экологии. Поэтому мы постепенно стимулируем, кто пользуется электромобилем, им отдаем предпочтение, и они могут ездить на выделенной полосе. И как раз мы решаем два вопроса – экологии и пробки. Для горожан, которые пользуются услугами такси, очень важно, чтобы мобильное приложение было удобным и понятным. Для муниципального эко-такси было также разработано приложение совместно с венгерской IT-компанией. В нем содержатся все необходимые функции для удобства пользования горожан. От карты столицы с функцией геопозиции до выбора способа оплаты. Мы живем в цифровом мире. Без программного обеспечения, без новых информационных технологий здесь не обойтись. Поэтому у нас вот в начале октября мы уже запустим, уже на полный запуск именно нашего приложения. Для пользователей этой службы такси будет удобно 1-2 клика вызывать электромобиль своим там при необходимости. Вот ваше приложение будет содержать все удобства, которые есть в других приложениях у такси, службы такси? Оплата там картой, например, указать точку, куда можно приехать, несколько точек может. Я даже больше скажу, ничем не отличается и не отстает. Один из основных преимуществ – это онлайн-режиме подача фискального чека в государственные органы. Проект, который призван помочь сохранить экологию города чистым, стартует в октябре. На данный момент были презентованы 10 электромобилей, которые в тестовом режиме курсируют по городу. В скором времени их число возрастет до 100. Саимов Мусаев, Асхар Маратов, ЛТР, Бишкек.